Всем привет. Сейчас попытаемся попасться не Депосом. Ну не знаю. И будет ли слышно музыку? Надеюсь, нет. Там такой бред играет, прям жопа. Сейчас вот проедут все эти ребята. И я поеду. Ну, надеюсь, от депосов убегать не придется. Но пока едем. Дальше будет пробка, сразу скажу, я это знаю как бы. Будет пробка. Причем такая нехилая пробочка-то. И вообще не знаю, доедем, нет. Надеюсь, то, что да. Ну, прикольно. Все-таки остановились. А, ну сейчас уже зеленый. Ну да, прикольно. Чувак заглох. И поехал. Капец. Ну бывает такое. Я вообще не знаю, туда я еду, не туда. Ну, наверное, туда. Раз все едут тут, то и я поеду тут. Иж, кстати, едет неплохо, но музыка, да, в наушниках у меня вообще жопостная играет. Так, ну все тормозят, я, наверное, не буду. Я не помню, где тут поворачивать. Вот что самое интересное это. И поэтому, да. По-моему, вот тут вот мы съезжали на дорогу. А может и нет. А может и не знаю вообще. Короче, фиг знает. Не, мы тут заправлялись, вот. Дальше мы съезжали на дорогу. Да. Ну, будем пытаться не попадаться депосом. Но не знаю, как это получится. Хорошо, нехорошо. Да. Все тормозят. Не знаю, о чем поговорить. Короче, работал. Сегодня пятница. Вообще нормальная погодка. Я бы прокатился на самом деле, жестко. Что-то кто-то бибикает. Ну, надеюсь, это не депосы. Что-то вообще смачное тут происходит. Зеленый. Я светофоры даже не замечаю, если честно. Блин, вот стоим, мне это вообще не нравится. Я, наверное, знаешь, что сделаю сейчас? Это контент, детка. Я, наверное, заеду вот сюда, потом сюда, и, короче, понятно. Ну, блин, не хочу я стоять, тем более мне тут недалеко осталось. А пробка это вообще дичь. Вот тут я, наверное, прыгать не буду. А вот тут, не знаю. Да, вот тут вот мне надо поворачивать, короче. Вот тут вот я такой повернул, значит. Так, я повернул. Так, таксист поехал. Таксист, говорю, поехал. Да. Что-то интересное происходит.